Друзья, я вас приветствую. Это у нас обзор усилителя Sansui X111 MOS Vintage. Решил его презентовать в темноте. Кстати, слепые прослушивания понравились. Всем другие ощущения. Конечно, ничего не отвлекает, только звуки. Значит, немножечко цифрок, буквально ни о чем. Это аппарат. Да, играют у нас пионеры S3000. О них чуть позже, но я их хочу отснять, скорее всего, с Виктором. Ну и в ролике я уже про пионеры объясню, почему. А с Sansui у нас еще тысячные Yamaha отыграют. Ну и по поводу FX-ов, конечно, разберемся. Попозже тоже попробую их с другими усилителями. Возможно, мнение изменится. Но скорее оно не столько изменится, сколько получится подобрать какую-то пару, с которой эти большие для кого-то легендарные колонки смогут спеться. Тут у нас MX-ик стоит, вернулся с профилактики. Вот можно посмотреть, как он устроен внутри. По большому счету все очень похоже на AX2000, только в умощненном, увеличенном варианте. Но сегодня в данном видео у нас 111 на обзоре. Итак, усилитель 85 года выпуска, стоимостью 330 тысяч йен. 150 ватт на канал он дает при 6-омной нагрузке и 110 ватт при 8-омной нагрузке. Это DC усилитель, то есть он работает от 0 Гц. Подает сигнал, то есть у него нет фильтров, конденсаторов. 350 ватт у него потребляемая мощность, вес 32 килограмма. Коэффициент нелинейных искажений 8000. Вот, но по надписи на лице можно понять, что MOS, соответственно, на полевых транзисторах. Выходной каскад у него собран. Вот, давайте посмотрим, как он сзади выглядит. Вот у нас здесь можно подключить две пары акустики. И, как вы видите, можно подключить третью пару акустики балансными кабелями. До конца так мне не удалось выяснить, то ли это подключается еще один усилитель другой с этого выхода. То есть, ну как в пару, в связку. То ли это прям напрямую колонки так подключаются, не могу сказать. Но мастер померил, как бы вроде как он сказал, что здесь напряжение схожее, как на выходах терминалов акустических систем. Вот здесь у нас довольно много чего можно подключить. Соответственно, есть балансное подключение, балансный источник. Также у нас здесь можно подключить Power Amp 2, то есть Power Amp, они, как и балансный источник, будут управляться не регулятором громкости. То есть регулятор громкости у нас управляет коммутацией, когда мы пользуемся коммутацией, то есть вот Line, Tuner, CD, фона, да. Также здесь у нас баланс, соответственно, работает, когда мы включаем либо normal input, либо balance input, то у нас работают вот эти вот power amp level. Что говорит о том, что сигнал, что по балансным входам, что по normal input, идет непосредственно сразу уже на усилитель, то есть в обход предусилительной части. Тембр блока в данном усилителе нет, однако loudness имеется, правда, здесь он называется presence. Ну, очень деликатно он работает, этот presence, то есть
Его слышно буквально чуть-чуть, ну, видимо, для того, чтобы добавить того самого, когда слишком тихо. Есть два подключения процессора. Ну, процессор — это, соответственно, что-то типа эквалайзера, да, то есть либо это прям эквалайзер, либо это именно какой-то процессор какой-то цифровой обработки. Ну, возможно, это как цифровой эквалайзер идет, то есть там он в разрыв ставится, и, пожалуйста, будьте здоровы. Как пред и мощник, процессор не делит усилитель, потому что у него получается так, что часть с регулятором остается с усилителем, а с той части, с которой выход, идет полный сигнал, как поступает. То есть, ну, можно использовать выход процессора как просто, ну, выход какой-то из коммутации с этого усилителя куда-то дальше. Вот, что еще? Значит, есть вот клавиша, вот это вот, значит, выносной line. То есть, соответственно, нажав сюда, я так понимаю, что если у нас в line подключено, то в line 2, то есть есть входы сзади, есть входы спереди, ну, для быстрого подключения чего-нибудь, чтобы проверить, что да как. Так, здесь вот у нас деревяшечка такая, с такой вот под золото инкрустацией, причем очень интересно, что сейчас вытащить ее, насколько заморочились, то есть ради того, чтобы мы сверху видели маленькую полосочку, здесь вот такая вот, ну, прям деталь вмоноличена, а снаружи видно всего лишь полоску. Так, сейчас куда бы ее определить? Вот сюда, сейчас аккуратно положим. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут. Тут все очень тесно, плотно. А трансформатор, соответственно, у них, ну, он и на альфах 907 идет такой же. Низкошумный. Так, деревяшку эту. Здесь алюминиевые накладки идут. Причем на этих алюминиевых накладках вклеено зачем-то оргстекло внутри. Ну, вероятно, какие-то виброгасительные функции на себе несет. А потом еще одна стальная пластина. Поэтому, если я ее сниму, я вам все равно не смогу показать платы выходные, где стоят транзисторы и все такое. Но здесь, в принципе, платы усилителей мощности очень похожи на платы, которые используются в альфа-серии 907 усилителей. То есть отличия присутствуют, но в общем и целом все очень похоже. Вот, значит, здесь у нас располагаются конденсаторы питания силовые по 18 тысяч микрофарад каждый. Nippon Hemi компания выполнила их. И вот эти вот маленькие конденсаторы, это уже идут на усилители мощности. Что-то запамятовал я, мне мастер рассказывал, что куда они там делают, что-то там стабилизируют, короче. Вот. Ну, то есть, по большому счету, от 907-го он отличается более мощной частью силовой, ну, в плане, опять же, конденсаторов по мощности, по их количеству. Здесь предусилительная часть более навороченная, то есть, ну, опять же, по количеству деталей. Ну, я у мастера спросил, что как по отличиям, да, то есть, ну, серьезность в том, что количество деталей больше, качество этих деталей, ну, в тех случаях, где это возможно или необходимо, лучше. Вот, по большому счету, можно считать, что, соответственно, 907 MOS Limited — это младший брат или сын 111 MOS Vintage. Вот, то есть, более, скажем так, ну, MOS Vintage, он, MOS Limited, он более, менее мощный, ну и, соответственно, по звуку, с точки зрения музыкальности, они так или иначе схожи, но этот помощнее. То есть, чувствуется это
в первую очередь в проработке низов. То есть, если я про Moss Limited говорил, что усилитель музыкальный, поющий, но низа, конечно, у него так несколько слабоваты, то есть какую-то сложную акустику он не пробьет, и в принципе в плане контроля там все не супер-пупер, да, то есть ему нужна какая-то легкая такая акустика, вот чтобы он пел, то здесь получше, но тоже, как бы вот, допустим, сейчас с пионерами чувствуется, что пионеры эти туговатые по низам, то есть он их пробивает, но пробивает прям вот, знаете, на грани, то есть еще чуть-чуть и уже маловато. Я сначала пионеры подключал к S1, а к S1 они оказались несколько крикливыми. А с Moss Vintage получилось получше компоновочка, то есть бас получился более такой обстоятельный, убедительный, и середина верха несколько присели, стало не так ярко, но при этом не размазано, не ватно. Вот, что еще сказать. Я тут вертушку, я ее даже и не подключил, ведь боком поставил, чтобы дотянулись контакты, а включить не включил. Но будем онлайн делать. Аппарат с обслуживания, надеюсь, там все хорошо получилось. Сейчас вместе проверим. Так, сначала на шумы проверим. Так, что нам надо нажать? Нажать надо нам фона. Да, кстати, фонокорректор здесь только ММ. Ну, видимо, это такая прерогатива в топовых моделях. Не ставить... Так, сейчас заглушим, чтобы не было у нас наводок. Так, ну, в общем-то, сигнал-шум соотношение хорошее, то есть легкий слышимый шорох появляется, но уже, как бы, видите, на такой границе, докуда мы вряд ли докрутим. Вот, так вот, топовые аппараты зачастую лишены MC-коррекции, потому как хороший MC-корректор – это MC-трансформатор, стоит он немалых денег, поэтому... Его докупать нужно отдельно. Так, ну давайте посмотрим, что там, как оно все там работает. Заявляю, что корректор здесь прям мощный, прям без базару, очень убедительно. Ну, не хочу затягивать, еще сегодня предстоит немало материала отснять, но чувствуется, что все как следует, короче. Вот, может быть, MC и не нужен с хорошей ММ-головкой. Так, ну что, давайте, наверное, я все-таки на прощание композицию-то еще сделаю. Так, единственное, я сейчас еще балансы покажу. Баланс у меня этот источник подключен, а тот у меня подключен по тюльпанчикам. Так, чтобы балансы, нам нужно перещелкнуть. С этим понятно. Эту музыку я оставлю для тысячных иксов. А здесь сейчас мы человечное что-нибудь. Пусть нам на прощание девушка споет. Короче, усилок крутой. Это в топе. Ну, для меня. Вот S1, 111.
Викторчик. Можно еще туда что-то прописать, но вот, вот эти вот это. I'm thinking of you in my sleepless solitude tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. Cause I'm drowning you and I won't pull through without you by my side. I'd give my так, друзья, не смею вас более задерживать. Хочу отснять еще видео. Конечно, там то, что топы, шмопы, это все так, знаете, с головы. Вот что на языке. Понятно, что 907 лапт тоже. Я думаю, что он пониже. На пол ступеньки, на ступеньку. Но уровень держит. Но здесь другой базар уж, извините. То есть это... Ну, это надо слышать, а потом уже рассуждать. Все, всем добра, удачи, увидимся очень скоро.